и употребляют через кишечник КПД 0. Наш продукт только полезные взяли и соединили только по специальным законам для определенного органа или для определенной системы. А так как наш организм состоит из клеток, они чуть-чуть похожи друг на друга, то нету особой спецификации, что только для этого и все. Понимаете? Мы приблизительно где-то все чуть-чуть одинаковое. Взять клетку печени, даже я говорю, возьмите семена лен, льна, допустим, да, и мак. Сделайте вот на спектральный анализ, растереть. И сделать спектральный анализ приборами высококачественными. И вы у этих растений найдете одни и те же белки, углеводы и микроэлементы. Одни и те же. Скажите, пожалуйста, почему здесь мак вырастает, а здесь лен? Одно и то же было. Кто мне ответит? Сперма у кролика и сперма у человека. Одинаковый белок. Одинаковый белок. Абсолютно одинаковые. Почему рождаются там кролики, а тут люди? Информация. Вы согласны, что нами управляет информация? Да. Вот, теперь мы приближаемся ближе немножко. И когда мы говорим, что наш продукт имеет вот такой трехлистник, вот у каждого из вас вот такой есть. Где ваши значки? Вот истинши сфотографируют зал, скажут, смотрите, как наши хорошо кружатся, отдыхают. Если у вас не будет отличительных значков, вас могут использовать любые сетевые компании. Носите всегда и везде. Для того, чтобы не спровоцировать другие компании и сказать, что это наши. Вот наши были, вот наши. А как вас отличишь? Отличительные значки для того и даны, чтобы мы могли позиционировать себя как представители определенного течения и философии. Так вот, в нашем трехлистнике это идет информация, инфа. В большом листике это биология, все компоненты, микроэлементы, витамины, белки, жиры, все-все-все, да? А здесь энергия, минусовой заряд, вот этот волшебный. И сам заряд, который вот при разрыве межмолекулярных клеточных связей, вот этот вот заряд сохраняется на каждой частичке. Понятно? Поэтому наш продукт является многокомпонентным, энергетическим, многофункциональным, универсальным питанием для клетки. Клетка здорова, организм здоров. Это понятно? Да. Мы про минусы поговорили, про БАДы поговорили, что это не БАДы, это питание. И еще, сколько употреблять? Сколько хотите жить, так и употребляйте. Если бы ваша жизнь была на омоложение сама по себе, мы бы сказали, поешь немножко, и у тебя само омоложение пойдет. А если мы все с вами после 25 начинаем, метаболизм начинает занижаться, о каком сроке употребления идет речь? Хотите кушать, а хотите нет, это ваша жизнь. Как вы ей распорядитесь, так и будет. Я имела в виду, сколько дрожжей в день, например, определенного. Сейчас мы об этом поговорим. Сейчас мы об этом поговорим. Так.